Что для меня значит азербайджанский мультикультурализм? Победители этого конкурса видеоработа, о котором мы сообщали в одном из выпусков итогов недели, уже известны. Проект проходил в Украине при организации Бакинского международного центра мультикультурализма и был приурочен к 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Отрадно, что в разных уголках Украины молодежь не только много знает про нашу страну, но и проявляет активный и креативный подход к выполнению творческого задания. Победителем конкурса стала Юлия Гаврилко, второе место у Софии Назаровой, третье разделили Давид Гогия и Эмиль Мусаев. XXI век является временем интеграции и глобализации. Многообразие культур – это феномен реалии социума. Именно в таких условиях мультикультурализм – идеальный ответ на все вызовы глобального мира. Азербайджанская модель мультикультурализма уникальная в своем роде и идеальная в применении. Толерантность и терпимость – это нормальный образ жизни для всех граждан Азербайджана. Здесь никогда не смотрят на различия между людьми за их национальной и религиозной принадлежностью. Поэтому очень важно, чтобы опыт этой страны был сегодня признан в мире. Сегодняшний Азербайджан имеет имидж моста цивилизации. Он исполняет эту функцию уже много-много лет. И все это благодаря политике мультикультурализма, в которой ведущую роль играет семья президента Ильхама Алиева. В частности, его жена, прекрасная женщина Мехрибан Алиева, которая является послом доброй воли ЮНЕСКО и ССК. Щербетом, сладкой водой, улыбками друзей меня встречал Азербайджан на лепестках прекрасных роз, средь гор, среди степей я дружбы прочитал дастан. Христос Стоянов. В Азербайджане мультикультурализм превратился в образ жизни, которому нет альтернативы. Это еще раз подтверждает приверженность Азербайджанской республики принципам толерантности. Салам алейкум, Азербайджан. Азербайджанский мультикультурализм вызывает у меня чувство глубокого уважения к азербайджанскому народу и азербайджанской государственности. В Кавказском регионе находится огромное количество разных этнико-лингвистических групп, которые мирно сосуществовали огромное количество времени. События последних десятилетий показали нам, как хрупок бывает мир и как сложно поддержать мирные отношения разных культур, народов, религий, языков. Мне не понаслышке известно о неправильном отношении к этническим группам. Близкие мне люди в прошлом пережили этнические преследования на Кавказе. Данная проблема распространена во многих странах и регионах мира. Усилия Азербайджана в поддержке мультикультурализма создают предпосылки к предотвращению конфликтов и поддержке мира. Эта программа показывает, как должны строиться взаимоотношения разных народов и их культур. Я благодарен усилиям Бакинского центра мультикультурализма за популяризацию данной идеи. С первых років моего життя мои батьки прививали мне любовь до своей батьковщины. С первых лет моей жизни родители прививали мне любовь к родине. Они учили меня уважать представителей других народов. То, чему меня учили родители, понадобилось мне в жизни. Будучи украинцем с азербайджанскими корнями, я понял одну вещь. Неважно, где ты родился, где ты живешь, какая у тебя вера или какой цвет кожи. Важно то, что мы уважаем друг друга, несмотря на то, какие мы разные. Я горжусь тем, что являюсь частичкой азербайджанского мультикультурализма. Не менш, я дійсно пишаюсь тим, що я є частиною азербайджанського мультикультуралізму. Адже
Страна раскрывает суть понимания необходимости сосуществования, важности толерантности и природных основ многообразия. Поэтому для меня азербайджанский мультикультурализм – это пример именно мирного сосуществования этнокультурных сообществ, которые поддерживают и сохраняют свое культурное разнообразие и свой образ жизни. Именно эти факторы являются очень важными и необходимыми инструментами для диалога и решения разного рода проблем, которые сегодня существуют между цивилизациями и государствами. Что собой представляет сама идея мультикультурализма, которую так активно пропагандирует Азербайджан? Лично для меня азербайджанский мультикультурализм и этот конкурс, который проводит Бакинский центр мультикультурализма, стал шагом к большему познанию Азербайджана и самой концепции мультикультурализма. Детально изучив все аспекты такой тонкой тематики, я сделал для себя выводы, что данный феномен мультикультурализма должен быть распространен на весь мир. В настоящее время существует целый ряд различных моделей мультикультурализма. Модели США, Канады, Австралии, Швеции. Но модель, которую представил миру Азербайджан, является образцовой для многих прогрессивных государств мира. Наглядным подтверждением этому является принятие сенатами и палатами представителей штатов Юта и Орегон декларации, одобряющих азербайджанскую модель толерантности. Эта модель более устойчива, так как имеет исторические корни, и в результате мудрой политики мультикультурализм стал одним из важнейших приоритетов Азербайджана.